Пришли мы в гости как-то раз к нашему любимому заказчику, а он и говорит: «Посмотрите станочек, у нас на нем периодически случается зависание при смене инструмента. Смотрим, и правда зависает. Как будто ждет чего-то». Далее немного ликбеза. Есть цанговый зажим Штревеля, выглядит вот так вот. Разжим происходит по классике с помощью бустера, в котором давление пневматики преобразуется в давление гидравлики. Гидравликой уже преодолеваются усилия тарельчатых пружин, и цанга в шпинделе открывается. Также имеется шток, который механически соединен с системой зажима-разжима Штревеля, который при открывании и закрывании цанги Штревеля ползает вверх-вниз и встает напротив одного из двух датчиков, которые уже сообщают ЧПУ о том, закрыта сейчас цанга или открыта. Посмотреть сигнал из данных датчиков можно в System, PMC Maintenance, Status или ставим DX-ов, или пользуемся поиском. А какой именно из X-ов вы найдете в электросхемах к станку? Вот, например, так может выглядеть. Сигнал Tool and Clamp, адрес X4.2, сигнал Tool Clamp, адрес X4.1. Вот, например, сигнал кнопки Tool and Clamp Push Button, адрес X4.0. Жмакую я на кнопке открывания цанги. Контакт в кнопке замыкается, и 24 вольта отправляются на вход ЧПУ с адресом X4.0. Во вкладке «Статус» видим изменение сигнала по этому адресу с 0 на 1 и наоборот. Не вдаваясь в подробности, работает все примерно так. Теперь же можем вернуться к нашей проблеме. Обнаружили мы, что при зависании инструмента сигналы во вкладке «Статус» по адресам X4.1 и X4.2 оба стоят в нуле, чего быть не должно, так как цанга у нас может быть либо открыта, либо закрыта. Вот ЧПУ и ожидало появления сигнала. Далее все просто. Вскрываем кожух шпинделя, находим данные датчики, могут быть как спереди шпинделя, так и за ним. Вручную осуществляем разжим и зажим цанги Штревеля. Понимаем, что в редких случаях один из датчиков не срабатывает. Регулируем его положение и начинаем тест автоматической смены инструментов. Вроде окей. Ну прекрасно, работает. Можно идти гонять чаи.